расстроенный я. Сглазили меня. Порчи испортили. Да я тут недавно самогонку нашел. Ничью. У Федьки в сарае нашел. Замок там, считай, что сам свалился. И она валяется. 18 литров. Ну, сколько-то я с нее не запил. И ушел. А пока шел, сглазили меня. Федька у меня по следам нашел. Следы же меня особые. Тут две ножки, тут две ладошки, посреди колея, от бровей моя, а чуть дальше я сам. На пяти точках стою, с землей беседую. Ты спрашиваешь, было ли в меня алиби? Да, конечно, было. Он же меня по нему и бил. Все алиби отбил мне Федька тогда. Глазили, 100%. Позавчера меня опять глазили. Ну, я штаны надел в магазин, сказали, башку полечить. Чую, не идут ноги быстро и все. Туда-сюда 8 часов ходить. Проголодался даже. Иду, падаю, плачу, кошмар. Это от порчи у меня обе ноги в одну штанину обули, 100%. Да я тут недавно мотоцикл купил. У Сереги Горбуна. Ну, Серега, про которого 2 года думали, что он горбун, оказалось, что он костюм на рюкзак надел и забухал. Так и ходи. Снять же некогда было костюм с рюкзака. Ну, мотоцикл классный, милицейский. Старлей Дэвидсон. С коляской. Ну, я в коляску свою Зосю посадил. Вы мою Зосю не знаете? Ну что, первая девка на деревне. У каждого мужика в деревне она первая была. Ее называют Зося низкопрофильная. Ну, за то, что профиль сильно вниз не спадает. Да я ее за профиль полюбил. И там греки. Со 100 метров смотрит в затылок, профиль видит. А боком поворачивается, метра на полтора выпирает. Больше выпирать нечему. У него ж размер груди минус 2. Ну что, мы сели, решили в соседнюю деревню за дрожжами мотануть. Что зачем? Блины пожарить, вопросы тоже. Ну я тогда за рулем не пил. А за ним же неудобно пить. Я рядом стакан хлопнул, вперед. Ну, быстро поехал. Как Шумахер. А, только бесплатно. Ну, едем и едем. Там Мари обхарю мою, бьются насмерть. Воробьи калечатся скоро. И вдруг моя орет в ухо, остановись, до кустов приспичил. Ну, молодец, да. Как я его нахрен остановлю? Там же ни якоря, ни стоп-крана нет. Я в поле выехал и давай по кругу угасать, как в цирке. Ну, чтоб бензин закончился. А он не заканчивается. Вечный какой-то бензин. Бензобак же горбун от КамАЗа поставил. 400 литров ел. На руле прямо стоит. Мне за него дорогу не видать. Еду, упершись в него мордой, до руля еле застаю. Снизу ляну, посмотреть дорогу, а дым весь харю. Глушители, жорбун, задом наперед поставить. Едем, едем. Часа через 3 с лесу зайцы вышли нас посмотреть.
Потом ушли, охотников своих привели. А что они там видят в лесу, кроме водки? Ну, уже и сумерки сгустились, не видно ни хрена. А потому что фара у мотоцикла хитрая. Только днем горит, ночью выключается, спит мотоцикл. Ну, я в потемке с дороги сбился. Смотрю, две сосны на дорогу выскочили. Ну, думаю, проскочу между ними. Ну и проскочи. Потому что мотоцикл с коляской забыл. И тут Зося с правой сосной своим профилем и соединилась. Сильно соединилась. От удара шишки падали вместе с белком и градом. Ее сейчас в деревне называют Зося Чау-Чау. Ну что, не злась, глаз попозет. Мне тут цыганка нагадала, что весь глаз от пиджака мое, что на мне сейчас. Говорит, что если его весь год носить, весь год порча будет. А через год, айка, можно помирить. Но ей не верю, я ее проверю. Тем более, что тесть давно у меня его на прокат просит. Там на год же не жалко. Он идет, усы по земле несет. Папа, приветики, обещал? Ну, что значит расширяться? Мы же не чужие. Вот в чем разговор. Я потом отойдите, никаких проблем. Я же просто его дам. На, да. Ну, без тебя, друг.